экранах – это фигуристы из Франции Натали Пишалат и Фабьен Барза. Одну минуту длится обязательный танец, но в течение этой минуты происходит очень много важных событий в жизни танцоров. В данном случае Натали Пишала и Фабьен Барза исполнили свой обязательный танец, и чемпионат мира для них начался, хотя для многих это соревнование знаменует собой окончание сезона. Для них это, если не начало, то его, скажем так, разгар, потому что фигуристы в этом сезоне пропустили чемпионат Европы из-за травмы партнера. И сейчас вот вы, наверное, могли видеть, с каким азартом, с какой энергией, с каким энтузиазмом они вышли на лед, чтобы представить свой обязательный танец, сколько у них желания и энергии. К сожалению, был сбой на первой серии. В самом начале. Да, что, так сказать, повлияло на дальнейшее выступление. Спортсмены и по музыке то входили, выходили из нее. И, так сказать, были моменты, вот сейчас, например, на этом элементе видно было, что они разъехались. Хотя пара в прошлом сезоне показал себя с наилучшей стороны. Они были 11-е, то есть это для дебютантов хороший результат. Но, к сожалению, в этом году они не выступали на европейском чемпионате. И сейчас, скорее всего, это нервы. А может быть, он въехал вслед. Не показали, к сожалению, этого момента на повторе. Поскольку фигуристы выступают уже четвертыми в своей разминке, то такая проблема действительно не исключается. В этом, наверное, многие фигуристы именно поэтому еще не любят выступать в конце. Возрастает вероятность ошибки по вине льда, на котором до них уже катались несколько пар, и лед уже, скажем так, изрядно изрезан лезвиями коньков. The technical score, please. 15.33 за технические элементы и 13.26 за компоненты программы. Ну, для этих фигуристов итоговый результат далеко не самый высокий. Это на 5 баллов меньше их лучшего результата. И сейчас они уже выглядят не такими радостными, как в самом начале, вот когда выходили на лёд. Эту секцию, Анна, они очень многое мало получили. Все судьи им за это снизили, минус 2, минус 3 поставили. Они потеряли, конечно, очень много. Потому что, в принципе, пара...